Доброе утро, летнее, жаркое, раннее. Всем огромный привет. Татьяна Пикар сегодня с вами и компания Arbat Homes. Давненько не виделись, я по вам очень соскучилась. Сегодня на повестке дня район Оба, комплекс на самом начальном этапе строительства. Как всегда, озвучиваю ценник 134,5 тысячи евро. Это стартовая цена. Находимся мы сейчас около всем известного и любимого торгового центра «Аланию», вот здесь за моей спиной. Здесь всегда бум просто продаж и огромные скидки. А почему нахожусь я здесь и сейчас? Потому что комплекс, который мы будем с вами сегодня смотреть, находится в шаговой доступности от торгового центра «Аланию». Наискосок идем в магазин «Метро», а также «Котшаш», где-то метров 500, наверное, отсюда, восточней. Дорогие мои, я с нетерпением уже жду не дождусь, когда я приду на стройку и покажу вам все эти детали. Поехали! Самые дорогие наши любимые подписчики, приближаюсь медленно, плавно к нашему котловану. Напоминаю, что я нахожусь в районе Оба, это официальный второй центр Алании. Когда мы говорим Оба, мы думаем, что это далеко от моря, но это не верхняя Оба, это нижняя Оба и называют это по-турецки Оба Гёль. Расстояние до моря 550 метров. Что есть в окрестностях? Магазин «Аланиум», да, знаете уже. Магазин «Метро». Это все буквально 5 минут пешочком. Все сетевые маркеты, о которых я говорю в каждом из своих роликов, а также мои коллеги постоянно об этом говорят. То есть я не буду уже все эти сетевые маркеты перечислять. Здесь есть и школа государственная, и частные лицеи. Так что это место вот такое отличное, дорогие мои. И давайте расскажу вам сейчас, что же представляет из себя сегодняшнее предложение. Напоминаю, что стартовая цена от 134,5 тысяч евро. Будет ли подниматься стоимость? Конечно же, будет два, как минимум, раза. Итак, строительство началось в июне, а именно 23 июня 2022 года, и комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2023 году, в августе месяце. Застройщик предлагает следующий план оплаты: 30% первоначальный взнос и беспроцентная, конечно же, рассрочка от застройщика до конца строительства, а именно до августа 2023 года. Есть еще год у нас, чтобы подсобрать денежку и выплатить частями. Вот номер на экране. Пишите, подключены все мессенджеры и договаривайтесь об индивидуальном плане оплаты, который будет вам удобен. Что же, планировки предлагает нам застройщик? 1+1 – 69 квадратных метров, 2+1 – 147 квадратных метров и 3+1 – это дуплексы, двухуровневые квартиры, 177 квадратных метров. Хочу, чтобы вы обратили внимание на планировочки, особенно 2+1. Этот застройщик нестандартно делает большие квартиры. Вы знаете, в последнее время, ввиду небольших земельных участков, квартиры 2+1 бывают следующих. Следующие квадратуры – это плюс-минус 85-100 квадратных метров, а здесь 2+1 – 147 квадратных метров. Так что большие квартиры, если нравится, опять же, по номеру на экране пишем и бронируем себе ту планировку, которая вам нравится. Что касается инфраструктуры комплекса. Кстати, вот я уже пришла, час у нас ранний, пока еще рабочие не пришли, строители наши, но где-то, наверное, в течение получаса уже здесь будет все кипеть. Что касается инфраструктуры, это открытый плавательный бассейн, конечно же, с детской секцией, это тренажерный зал, это сауна, видеонаблюдение, генератор, разумеется, и паркинг есть как открытый, так и крытый паркинг. Вы знаете, летом у нас жарко, если вы не хотите садиться в машину, где у вас будет 50 градусов внутри, то крытый паркинг – это отлично. И зимой, если вы не хотите под нашими ливнями мокнуть, и пока вы идете до своей машины, опять же, крытый паркинг – это удобно очень. Друзья мои, за мной находится замечательный, один из самых красивых и зеленых парковых зон Алании, и там как раз я буду с вами подводить итоги и попрощаюсь. Какое чудное место, самое главное, что тенечек, потому что, вы знаете, летом у нас жарковато, и так иногда приятно отдохнуть от солнца. Здесь река Оба Чай называется, и вот там у нас есть множество беседок,
множество зелени и детские площадки и горки. Так что, если хотите, пишите в комментариях, я вам локацию этого замечательного парка отправлю. Итак, дорогие мои, что мы с вами сегодня смотрели? Комплекс на самом начальном этапе строительства в районе Оба, 550 метров до моря, один пятиэтажный блок и территория земельного участка около 1000 квадратных метров. Планировки 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1 дуплексы. Стартовая цена от 134,5 тысяч евро. 30% первоначальный взнос плюс рассрочка. Номер на экране видим, пишем, бронируем себе квартиру. Дорогие, на сегодня все. Татьяна Пикер была с вами. Арбат Хомс. Пока-пока.